Креветки по-бразильски. Кокосовое молоко, кинза и имбирь придают этому блюду особый вкус. Палтус в чесночно-кунжутном соусе. Вкус Юго-Восточной Азии. Луциан, поджаренный в банановых листьях. Индийское блюдо тикин-шик. Итак, сегодня мы готовим рыбу на открытом огне. Время гриля. Искусство гриля со Стивеном Райкланом. Ничто так не подчеркивает сочность и сладость рыбы и морепродуктов, как открытый огонь. Вам это знакомо, если вы бывали на пляжах Бразилии или Юкатана. Сегодня мы узнаем рецепты рыбы и морепродуктов на гриле со всего мира. Бразильский гриль – изысканный способ приготовления еды. Этот рецепт креветок я подглядел в ресторане «Платформа» в Рио-де-Жанейро. Креветки в кокосовом молоке по-бразильски. В том ресторане в молоке готовили рыбу из Амазонки, но так можно готовить и морскую рыбу. Кокосовое молоко не дает рыбе высохнуть. Мы выбрали сегодня крупные креветки, их всего 16 штук на килограмм. Я покажу, как очистить креветку и удалить венку. Зажмите лапки большим и указательным пальцами и стяните панцирь, как будто чистите мандарин. Оставляю кусочек панциря и хвостик. Затем сделайте надрез от головы к хвосту. По всей спинке. Вот так. И еще один параллельный надрез. Вот так. Получается V-образный разрез, через который жар проникает внутрь креветки, и она еще сильнее разворачивается. Насаживаем их на плоские деревянные шпажки, тогда их можно будет легко переворачивать и не крутить постоянно. Для кебабов нам нужен треугольный кусочек красного болгарского перца. Лука, зеленого перца и еще одна креветка. Нанизывайте их в одном и том же направлении. Не устану повторять, человеческий глаз любит симметрию. Некоторые оставляют длинное острие у шпажки, но ведь мы не хотим проколоть себе небо, поэтому нанизываем почти до конца. Вот так. А теперь приготовим маринад, который в Бразилии называют тампура. Для него нужен свежий чеснок, тонко порезанный свежий имбирь, сладкий перец – это остатки перца от кебаба. Затем кинза. И для остроты – перчик халапеньо. Взбиваем все ингредиенты до состояния пюре. Уникальный компонент – кокосовое молоко. Густые тропические сливки. Изумительный продукт. Белый перец. Соль. Растительное масло. И немного сока лайма. Итак, мы получаем вот такой вкус. Острота халапеньо и имбиря, сладость болгарского перца и кокосового молока и кислинка лайма. Смешайте все.
Вылейте маринад на креветки. Всегда держите продукты на льду. Когда в жару готовите на открытом воздухе, креветки маринуются быстро, от 30 минут до часа. Жарим на открытом огне. Помните, гриль должен быть всегда горячим, чистым и смазанным маслом. Обмакиваем половинку луковицы в масле и смазываем решетку. И еще кое-что. Фольга. Сложите ее в два раза и подложите под шпажки, чтобы они не сгорели. Потрясающий запах. Если остался еще маринад, вылейте его на креветки сейчас. Потому что потом вы не сможете использовать его как соус. И все-таки, закрывать крышку или нет? Если жарите в стороне от горелок, готовьте без крышки. Когда жарите прямо над горелками, то есть два варианта. Еда толщиной меньше ладони готовится быстро, а при закрытии, если же готовите бифштекс толщиной с Библию, тогда закройте крышку, чтобы жар не улетучивался. Жарьте креветки 2-4 минуты с каждой стороны. Для маленьких кебабов идеально подходят портативные грили вроде хибачи. Белок в креветке карамелизуется. Как узнать, готовы ли креветки? Надавите пальцем или сожмите креветку. Она должна быть упругой. И цвет изменился от сероватого до бело-розового. Можете немного полить креветки оливковым маслом. Выглядит потрясающе. Вот уже готовы креветки по-бразильски. Подайте их с дольками лимона или лайма. Чудесные креветки в кокосовом молоке. Очень мило. Имбирь, кинза и кокосовое молоко создают изысканный тропический вкус и сохраняют все соки. Рыбу для гриля я выбираю по трем критериям. Во-первых, у нее должна быть плотная консистенция, чтобы она не разваливалась, когда ее переворачиваешь. Во-вторых, в ней должен быть жир, чтобы она не высыхала во время приготовления. И, в-третьих, насыщенный вкус. Со времен изобретения гриля повара ломают голову, как сохранить рыбу сочной и как перевернуть ее полностью, а не по кускам. Просто нужно взять простой инструмент и уникальный маринад. Берем свежий палтус. Идеальная толщина рыбы для гриля — 2,5 сантиметра. Маринад. Рубленный свежий чеснок. Имбирь. Кинза. И сахар. Сразу ясно, что это блюдо из Юго-Восточной Азии. Толчем все компоненты в ступке. Я использую ступку и пестик, которые во всем мире заменяют поварам кухонный комбайн, поскольку лучше сохраняют ароматы.
Эти ступка и пестик принадлежали моему дедушке. Он был фармацевтом и собирал антикварные фармацевтические инструменты. Надеюсь, он сейчас на меня смотрит с небес. Ну что же, далее. Типичный для Юго-Восточной Азии ингредиент – рыбный соус из анчоусов и специй, аналог соевого соуса. Добавьте кунжутное масло, рисовое вино, соль и молотый перец. Смешайте все вместе. Получился маринад. Полейте маринадом рыбу. Пахнет просто замечательно. Мне нравится сочетание сладкого, соленого и чесночного вкусов. Ну а теперь перевернем и польем рыбу с другой стороны. Поливаем. Время маринования рыбы – час-два в холодильнике. Берем решетку-гриль. Две ее половинки соединены петлями. Смажьте прутья решетки, чтобы рыба не прилипала. Подложите противень, чтобы масло не капало на стол. И смазывайте. Положите палтуса на решетку. Кроме палтуса, по этому рецепту можно готовить рыбу-меч. Скрепите обе створки клипсой. Гарнир к рыбе тоже с морскими мотивами. Плотики из спаржи. Соус для нее такой. Чеснок, соевый соус, кунжутное масло и черный перец. Перемешайте компоненты соуса. Для плотика нам понадобятся толстые стебли спаржи. Выровняйте их. Скрепите стебельки вместе зубочисткой или тонкой бамбуковой шпажкой. Прокалывайте один стебель, потом второй, ну и так далее. С этой техникой я познакомился в Токио. Теперь вы понимаете, зачем нужны толстые стебли спаржи. В конце просто обрежьте лишнюю часть шпажки. У нас получились плотики. Если вы хотите приготовить килограмм спаржи, гораздо проще перевернуть 4 плотика, чем 20 узких стеблей. Маринадом из чеснока, кунжутного масла и соевого соуса намажьте спаржу с обеих сторон. Затем обсыпьте ее семечками кунжута. Повторюсь, это блюдо я впервые увидел в дорогущем ресторане в Токио. Рыба и спаржа готовы к жарке. Я заранее сильно нагрел гриль. Рыбу уготовить дольше, поэтому кладем ее раньше. Логика простая. Ну а спаржу потом.
Когда спаржа станет коричневой, переворачиваем ее. Кунжутные семечки закоптились. Вопрос, как приготовить полное блюдо на гриле? Все просто. Овощи вкуснее, когда они комнатной температуры. Когда рыба поджарится до коричневой корочки, переверните ее тоже. Не прилипает и не ломается. Снимаю спаржу с огня. Подать можно на шпажках, но обязательно предупредите гостей. Кажется, рыба готова. Если надавить пальцем, то она распадается на волокна. Значит, готова. Переложите решетку с рыбой на противень. Откройте клипсу. Обязательно запаситесь прихваткой. Знаю по опыту, что решетка и клипса очень горячие. Удобно пользоваться широкой лопаткой. Вместо спаржи можно поджарить любые другие тонкие овощи. Стручковую фасоль или лук-шалот. Вынимаем шпажки. Кунжутное масло прекрасно сочетается со спаржей. Просто обожаю сладко-соленый чесночный соус из Юго-Восточной Азии. Он действительно очень вкусный. Итак, запомните, рыба не прилипает к решетке гриль. Луциан в банановых листьях – это традиционное барбекю с полуострова Юкатан. Называется «тикин шик». «Тикин» означает «переворачивать», потому что рыбу постоянно переворачивают. «Шик» означает «маринад». По-испански это звучит как «рекадо рохо» – «красный маринад». Задолго до появления современных грилей наши предки заворачивали еду в листья и жарили прямо на огне. Так готовят по традиции на Юкатане. Листья не дают влаге испариться и добавляют аромат травы. Основа маринада – специфический юкатанский компонент ашиот, который дает краситель и делается из анато. Чеддер – такой оранжевый именно благодаря ашиоту. Его можно купить на испанском рынке или в супермаркете. Затем обжаренный чеснок и лук, корица, гвоздика, ягоды гвоздичного перца, черный перец горошком, орегано, лаврушка, сок лайма, соль и немного воды. Превращаем все компоненты в однородное пюре. Раньше их смешивали с помощью ступки и пестика, сделанными из туфа. Выложите красный соус на рыбу и распределите его ложкой. Остатки положите на дно посуды. Трудно описать вкус и аромат рикадо рохо. Он с привкусом земли, пахнет луком, чесноком, специями и соленостями. Прямо-таки микрокосм. Один кусок рыбы мы покрыли пастой и поставили мариноваться на 2 часа в холодильник.
Свежие банановые листья можно купить на испанском рынке, а замороженные бывают в супермаркетах. Отрежьте полоску шириной в сантиметр. Возьмите кусок рыбы, положите в центр листа, сверху кусок лука и веточку орегано. Заверните банановый лист, потом сложите его еще раз и еще, как будто блинчик с начинкой. Отрезанную полоску используйте, чтобы связать этот конвертик. Тикен-шик готов к тому, чтобы жарить его на гриле. Тикен означает «перевернуть», шик на языке майя означает «маринад». Итак, переходим к грилю. Сегодня я готовлю тикен-шик на керамическом гриле Камадо на углях. Я заранее запалил угольки, уложив их 5-сантиметровым слоем на дне. Сильно раскалите гриль и очистите щеткой решетку. Смажьте ее маслом. Если готовите в конверте из листьев, мазать маслом не обязательно, но лучше подстраховаться. Когда конвертики поджарятся, переверните их. Кажется, тикен-шик готов. Листья бананов стали коричневыми с обеих сторон. Чтобы быть уверенными, проткните металлической шпажкой рыбку. Если дотрагиваться до нее горячо, то рыба готова. Перед подачей на стол просто разрежьте листик и разверните. Вот так. Разворачиваем. Пахнет изумительно. Лук и орегано дают дополнительный аромат и вкус. Лист банана почти сгорел и придал рыбе запах дымка. Так завершился наш тур по миру рыбного гриля. Креветки по-бразильски в кокосовом молоке, палтус в чесночно-кунжутном соусе и луциан в банановых листьях.